Только по официальной статистике на сегодняшний день в Тольятти на наркоучете состоит 3300 человек. Всех жителей города призывают объединиться в борьбе с наркотической чумой и помочь полиции. В Самарской области стартовал очередной этап общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Рассказать об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно на официальном сайте 63.mvd.rf через сервис «Прием обращений». Отдел по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Тольятти призывает всех граждан, кто осознает глобальную опасность наркомании, проявить бдительность и принять участие в акции. Возможно, вы спасете жизни своих родных и близких. Вся информация, поступающая в органы внутренних дел, проверяется. Граждане, обладающие сведениями о незаконном обороте наркотиков, могут сообщить данную информацию на телефоны дежурных частей МВД России по городу Тольятти. 02 со стационарных аппаратов, 112 с мобильных телефонов.